подрядчиком, выполнены полностью все обязательства. Ну, единственное замечание, это были затянуты сроки на почти на 3 недели. Там каждый день просрочка идет, и определенный процент. Подрядчик был предупрежден, в общем-то, своевременно, то что работа выполнена. Опоры были приведены в порядок все. То есть старая штукатурка была снята, все было штукатурено заново, ну и затем покраска, зачистка там, ну и так далее, все операции необходимы. Вы уже все силы демобилизовали только в сентябре, хотя уже сдача уже намечена была на 10-е, но как раз пошли дожди. Вот тут у нас, конечно, немножко со сроками все сместилось. Но мы, я говорю, что очень старались, ловили каждый солнечный денек и несолнечный тоже, и все-таки... Я тоже в конечном итоге довольна произведенной нами работой. И все-таки глаз радуется. В общем, и спасибо, что в нас поверили. Работу нужно выполнять тогда, когда есть для этого условия. Да, я согласна. То, что можно было сделать в августе, тем более и август, и сентябрь стояли сухими, солнечными, недождливыми. Это я согласна, да. В октябре уже тяжело наверстывать то, что не сделано вовремя. Но, тем не менее, выражаю вам благодарность за работу. Я думаю, что череповчане будут довольны и выскажут вам благодарность. По крайней мере, героев они теперь знают в лицо. Будем считать, что мы свои обязательства выполнили. Теперь есть все необходимое для того, чтобы парк жил полноценной жизнью, реализовывались культурные проекты.